Все нормально, я выжил. Даже ХП не отнялось. Так, я хочу сделать сладкий пирог. Сладкий рулет. Сколько в холодосе мед хранится? А, да что-то там час, по-моему. Или два. Или не помню, сейчас посмотрю. По идее, он уже должен тогда. Он хранится 2 дня. Нет, 2 часа. Ставим мостик. Мостик? Кстати, для кого это так делают? Для тех, кто ходит пешком. В этой игре есть такие, которые ходят пешком? Mm-hmm. Да? Да не. Да-да. Блин. Так. Сладкий кекс. Делается, блин, еще из древесного сока. А, блин, древесный сок. Так, одну птицу потерял. Застряла в деревьях. Куда трицератопс пошел, блядь? Почему он пошел пешком? Он же это, без блуждания. Просто взял и пошел? Да, он просто взял и пошел пешком. Затекли ноги. А у нас еще вообще есть эти? А, вот транквилизирующие. На всякий случай возьму себе 14 штук. То слитков металла и 40 цементной пасты. Это ты что делаешь? Кран для древесного сока. Mm. Тебе не жалко 100 слитков металла? Нет, не жалко. Просто стало интересно, что там за слитки.
Не зажгли. Ладно. Чего? Да, огонь не зажегся. Алхимический стол. Я просто прикол в том, что я не помню размер алхимического стола. Я бы сейчас холодос поставила с удовольствием, но я не помню размер алхимического стола. Здесь летаю. Металла просто тяжело пролетать. Особенно, когда его теперь нужно до хрена. Да. Исследование средний. Блин, этот птеранодон здесь бесячий. Пошло мясо его? Да, я боюсь, что сейчас все сагрятся. А, все, он вылетел. Присел. Сейчас сам улетит. Все сагрятся, потом их опять ловить. Так, ладно, все, я вроде как... О, кристаллы. Нашел наконец-то. Пойду, что ли, Овиса попробую. Поймать, приручить. А ты сделала этот рулетик? Не, я еще пока не делала. Я его поймаю. Тут кину. Я думаю, он с верхней палубы никуда не денется. О, смотри. Чё? Ну эти. Красиво так тут. Это где? А, рядом. Очень красиво. Прям такой грот. Или как это называется? Смотри, тут металлы. Да, вижу. Ещё дофига, так что, если что, можешь сюда съездить. Правда, он весь... Висит на скалах, не знаю, как ты там добираться до него будешь и стучать по нему. Ну вот, а ты мне еще Дедигуруса. Точнее, этого анкилозавра. Я зато залезаю туда, куда. Ну, тебе приходится в 2/3 больше.
То есть он... Ну, не две трети, на треть. Анкилозавр на две трети больше добывает. На треть. На две пятых, вот так. Ой, я ж хотела тебе этого... Блин, забыла. Крокодилу. Приручить, забыла. Так, а вот кристалл еще. Какие там у тебя звуки странные, как будто. Да кто? Это я что-то возле какого-то гейзера. Ой, смотри, какой-то гейзер. Дамажит? Не, ну пока нет, я еще поближе подлечу. По-моему, вот. Здесь были. Вот, смотри, прям с под земли, но я что-то боюсь туда. Ой, боюсь туда, вдруг задамажит. Какой-то гейзер, короче, что-то он, не знаю, что он делает.
не буду туда лететь. Там виверны. Я очень их боюсь. Я помню, как мы сперли яйцо. Больше мы туда не залезали. Блин, это яйцо виверны было. Мне надо. Не донесли. Мне надо. Вот. Так, ну мы прям рядом с тем гнездом, с которым. Мне кажется, мы где-то здесь его сперли. Может быть, я. Вот где-то вот там вот мы у воды были на пляже, вот где-то там. Мы где-то. Ну да, вот ты сейчас вот как раз вот здесь, где у меня палец, mm-hmm. вот где-то здесь. Mm-hmm. Вот да, где-то... ну там его и сперли. Потом огребли. Ну, это надо на каком-нибудь, ну, которого не жалко лететь, какой-нибудь птеродактиль. Попробовать проверить. Скажем так, потыкать. О, какие-то жуки с скоробеи. Сейчас с них тут наберу хитина 31. 1048 хитина. Довольно-таки неплохо. Пойди сюда, падла. Раньше хитин на волках. Ну, на самом деле, этот, саблезубая кошка лучше всех хитин добывает. Ну, добывать-то добывает, но, как говорится, про удобство. Кошкой нигде, не везде добежишь. Ну да, да, соглашусь. Поэтому я вот и... Мне лучше киркой долететь. Пусть я буду меньше добывать, но зато я просто меньше буду заморачиваться с тем, чтобы добежать. За счет этого буду экономить. Угу. Ну да. Тут соглашусь полностью. О, наконец-то я могу вот это говно убить и посмотреть, что будет. Как они меня раньше били, так и я их. Сколько с нее хитина выпадет? 26. Ну такое. Со скоробея как-то побольше. Смотри, какая там разноцветная. О, сейчас я ее... Блин, может, богомола чпокнуть? Хэц? А я не могу его поднять. Почему-то. О, нифига он. Прыткий. На меня накинулся. Ну-ка, иди сюда, тварь. Хопа, хопа. Сколько? С него органического полимера выпало 2 стака и хитина. 3 стака. Ну-ка, сейчас еще раз проверю. Охренеть, с него хитина. С богомола? Да, с него 120 хитина падает из богомола. Жесть какая-то. Только у меня птичку покоряпали. Он еще говно какое-то бежит. Оп. Понятно, понятно, куда за хитином надо будет. Угу. Так возьми, бери меня с собой. Тут так весело. Только тут надо осторожно, и, я не знаю, мне кажется, лучше на одной курице летать. Ну да, здесь, на одной. Потому что остальные, ну, получат в бубен. А смотри, я, короче, 2 богомолов убила. 1, 2, 3, 4, 5 стака хитина и 2,5 стака... Нам полимер нужен был на что-то срочно? Полимер? Угу. Полимер делается... Из пасты? Ну, паста делается из хитина и нет, камня. Нет, органический полимер. Нужен на что-нибудь нам срочно сейчас? Просто, чтобы мне 2 стака потратить. А я не знаю, на что его нужно. Его только на маскировку, я помню, по-моему, он нужен. Органический полимер. Я помню, он нам был нужен. Может быть использован как заменитель обычного полимера. Он может быть добыт с трупов Кайруку, Богомола, Гесперорниса... Гесперорниса? И Каркиноса. Кто такой Каркинос? А, это, наверное, Богомол. Нет, это хренотень какая-то непонятная. А, из Aberration'а это хренотень. Меч добывает, пелагорнис и дубинка и бензопила добывают, ну, собирают полимер. Полный стек на 5 часов не способны. Что можешь сделать? Ахатина увеличить время в 3 раза.
Используется для создания маскировочной брони. И все. Короче, он либо как обычный нож заменяется на полимер, и все. А увеличить время может Ахатина. Ахатина это что? Это Ахатина, это как ее, это улитка, короче. А, улитка. Да. Тогда складывай органический полимер сразу в станок. Пусть он там. Он это одна штука 15 минут. То есть стак 300 минут. 300 минут это 5 часов. То есть стак за 5 часов только. А, ну если будет. Стак разложится за 5 часов. Да. Там же по 20, да, их в стаке? Да. То есть сразу там 100-500 стаков не имеет смысла. Это только если, ну, хранить, по крайней мере. Но если немного будет, да. Короче, скидываю. Короче, я пока, наверное, не буду богомолов трогать. Потому что, ну, жалко поживут. Ну, в плане жалко, что это. Нет, ты их можешь это... Да мне просто сейчас в другую сторону надо. А, от ладно. Дома, да, поэтому... Ой, у меня что-то кура это. Ну, мне тоже приземлиться нужно. Блин, надо выбросить кучу всего. Просто за хитином поохочусь. Какая она кислотная. Угу. С нее только 20 хитина падает. Вроде, блин, такая огромная. Вся из хитина состоит, а, блин, только 20. Богомольчик. Что это за хрень? А, это варан. Тук тебя в голову. Бедный подойти не может. Токсин Мегелани. Мегелани. Вот здесь, вот смотри, это место. Да.
Блин, что рискнуть? Не, я не улечу от них. Нет, ты не улетишь. Как только заберу яйцо, они сразу сагрятся. И все, и минус моя лучшая птичка. Лучше на простой прилете. Без брони, там, на чем-нибудь. Угу. Мне просто реально нужно это яйцо. Тогда я, наверное, себе тут кровать поставлю. Как тебе такое? Поставь себе кровать, пригони туда птицу запасную, на которую можно будет улететь. Сейчас я только этого барана. А, ну хотя барана, блин. Барану загон надо делать. Ладно, короче. Полечу пока с бараном разберусь. Барашек. Миленький. Вообще-то мне надо посмотреть, может, там заспавнился... как его зовут? Единорог. Кстати, да, как там наши кони поживают, интересно. Хочешь слетать? Вот, я уже прилетела, смотрю. Вот, фига себе, ты долетела? Да, вообще, тут лететь-то, блин. Ну, в принципе, да. Поэтому, если мы в центре базы поставим, нам, ну, смысл-то от... Плота там, я считаю. Ой, смотри, даже маленький конёк родился. Только он... Только он сейчас сдохнет, наверное. Ты что, вовремя прилетела, что ли? Да. Вот они, наверное, здесь клепаются и помирают. Угу. Хотя, может, что, и... Уже все съели. Сколько там... Ты да, это я вообще вовремя прилетела. Смотри, он такой с зелеными ногами. Симпатичный. Зеленой бородой. Блуждание. Тебе отключили блуждание, дебил. Ну да. Ну что ж ты фигней занимаешь? Какой? Ну там, единорогов еще. Ваншотнул этого раптора. А, я вспомнила, зачем я летела. Я летела в секвойный лес. Во. А, это поставить. За соком, да. А барана на обратном пути подберу. Хотя не знаю, подбирать его. Смысл? Привезу, как бы, дикого. Он что, он уйдет? Проще сюда прилететь здесь и... Угу. Либо приплыть. Прилететь проще, поверь. Я вообще ни одного коня не вижу. У тебя синяя кирка еще осталась? Синяя кирка, да. Есть. Могу отдать.
А что у тебя с синей киркой? Ну я смотрю, она у меня заканчивается. А ну, починить? Ну, починить. Просто мне еще место в этих. А, в Аргитависах. Да. Синяя кирка у меня. Угу. Не, ну я имею в виду, что она еще у тебя, я в плане. А то у меня еще место дофига, кирка заканчивается. Так, вижу какого-то коня. Ну это не единорог, у него черный хвост. Жаль. Почему ты не единорог? Блин, я же два раза видела единорогов, ну только в других играх. Да. Больше нету. Это чай делала? Ты вроде чайник ставила, да? Не делала. Ну да, я поставила чайник, а чайник... Сейчас сделаю. Тебе сделать? Да, сделай, пожалуйста. Нет. Так, я надеюсь, меня на этой горке никто не слопает. Тебе придется чуть-чуть контролировать. Ладно? В плане мне? Ну, пока я чай делаю. А, ладно. О, трилобит. Сейчас я на трилобит спикирую. Хитин нефть мясо. А, смотри. А, а. А что ты, ну, пешком-то ходишь? Да я, не, это я просто здесь ковырял такое дерево. Шутка, сейчас бы это сорвался. И все. Надо с парашютом здесь. Ты взял парашют? Не. Я как потратил, так и потратил. Я сразу взяла. Мне надоело падать. Но один раз у меня прям жизнь спас. Вот там кучу хорошего золота вижу. Так, на эту... На алхимический стол я набил кристаллов, добил. Сейчас осталось только кирку сломать. Так, это же секвоя? Секвоя. Ну, и как теперь ее разместить? Ого, вот это набалдажник. Блин, надо на большой секвою, на маленькую никак. Ладно. Там набалдажник вот такой вот, на полэкране. Я-то думала, это маленькая. Тебе еще самое главное не забыть потом, куда пролетать. Только прикол в том, что это не секвоя. Не, подожди, это секвоя. Почему я не могу разместить? Да я, да, надеюсь, что я не забуду разместить. Видишь, какой. Кран, нет опоры или точки привязки. Это что значит? Нет опоры или точки привязки. Может быть, под кран еще нужно что-то делать? Может быть, еще. Ой, блин. Кран для древесного сока. Может быть размещен на гигантском дереве. И все. А, может имеется в виду, что надо еще больше гигантского дерева.
А, вот, только на высоте, как обычное строение. А как мне размещать-то? А, вот так? А как собирать потом? С парашютом, что ли? Ну и чё? Ну, пытаюсь я раз... Дальше чё, блядь? Оно не размещается. Может быть, все-таки это не то дерево? Да нет, это секвойя. Больше нет, ну, других деревьев. Я помню, у меня один раз получилось это сделать. Или я путаюсь с... Блин, ну это секвойя. Как бы говоря. Видимо, игра так не считает. Ну, блядь, и где мне взять секвойю тогда? Хотя, по-моему, это правда не секвойя. Блин, секвойя там, где бобры живут. По-моему... Такое, помнишь озеро, где вот это большое дерево посередине озера? Угу. Вот здесь есть какая-то хреновина здоровенная, вот видишь. Может быть, в нее можно воткнуть? Вот что попробуй, он... да, в нее. Что оно пипец огромное дерево. Разместить. Ни хрена подобного. Неа. Я не могу. А, могу. Да. Это, короче, вот, вот в эту балду. Которую секвойя только в 10 раз больше. Только здесь, блин, здесь столько гадости, блядь. Ты серьезно, блядь? Ты... Это кто? Я не могу понять. А, это этот медоед или, блядь, говноед какой-то. Только он меня сейчас убьет. А, я его быстрее убила. А, нет, это лев. Почему моя птичка не хочет меня защищать? Ты, блядь, попутал чего-то? Можно мне сесть на тебя? Алло, даун. Я уже потеряла это дерево. Вот. В этой темноте. Так, что-то откуда-то животные все убегают. Разместить. Размещаю. А что так высоко? Ну, размещаю. А дальше? А как мне теперь собрать оттуда? Дистанция следования высокая. Так, ладно. Да, блядь! Ёбаный голимим. Все, я здесь сяду, здесь вроде как никого нет. Никто сюда не залезет. И буду ждать. Вонючее дерево. Все. Если что, вдруг это, ну, возьмешь управление. И я иду за. Чаем. Блин, я бы кофе, конечно, бы жахнула. Ну, на улицу выходить надо. Блин! Чуть-чуть не долетел.
Думаю, за один заход я... На карту прогружайся. Карнич, иди сюда. Ничего страшного. Спасибо. Блин, вот реально, мне бы легендарную кирку бы. Мне прям как раз четко бы хватало бы одной. Мне что-то не выпадает легендарная кирка. Ну что тебе не выпадает легендарная кирка? Не знаю. Какое сегодня число у нас? У нас пятое. Осталось 2 дня, чтобы повыбивать из Санта-Клауса. Что это такое? Твою легендарную кирку. Где это прошло? Какая-то странная текстура снега, видишь? Ну вот, камень был... Не доделали. Не знаю. Ну-ка. Блин, и как мне собрать... Что? Сок.
Нужно дождаться, наверное. А нет. Как залезть, ты имеешь в виду? Да. Слушай, мне кажется, придется посмотреть. Нет. В смысле нет? Ладно, меня спасло, что у меня 400 хп. В смысле... Ты охуел? Собака. Сумчатый лев. Это... Блин, как там тебя? Аргентавис, ты можешь спасти меня, тупое животное? Блин, как собирать? Я посмотрела, в Вики ничего не сказано, как собирать. Не, видос я имею в виду. Ноль из одного. Нет, кран для древесного сока. А дальше что мне с ним делать? Нет, ладно. Сейчас позырим. Что-то не могу вообще сообразить. Когда нет кирки, блин, а мимо обсидиана, по идее, не можешь. Так ты обсидиан топором не побьешь, нет? Ну, побью, просто его... Там в основном камень повыпадает. Ой, как добыть древесный сок? 33 минуты чувак добывает древесный сок. Делай. Там графон у него, конечно. Чё там? Да, графон просто смотреть вообще нереально. Мерзость какая-то. Фу, ужас. В плане лагает или... Ну ты видишь вот это вот, блин, ты чё? Ты видишь, что это уродство? Вот это, блядь. Я не понял. А, то есть у него... Плохая графика, ты видишь? А-а-а. Его плохую графику, которая, блядь, наверное, на, не знаю, ниже плинтуса. Я не знаю, что за уровень у него. Он вообще будет добывать древесный сок или нет? Дебил. Скорость 2х. Ну он там с рогатулькой ходит, какой там древесный сок? Ну вот тут написано, как добыть древесный сок. Что написано, то и ждем. А, он, короче, какую-то платформу. Вот, смотри, что он сделал. Платформу, наверное. Построил, да, платформу с километровой лестницей. Вообще, в идеале, можно построить, наверное, это, платформа, ну, древесная, ну, типа, вокруг дерева, которое... Нафига себе, нафига сел. Да, только так, но... Это тик-так. Такое себе, не знаю. Если я с такого расстояния, интересно, упаду, я не убьюсь, надеюсь. Да. Короче, не знаю, как добыть это говно. Это, блядь, очень трудно. Если только реально ставить эти платформы бесконечные. Тебе скрафтить платформы?
Это не платформа. Ну, эти стены и лестницы. Да я сама скрафчу, потому что если отсюда улечу, я... Потеряешь. Да, так что... Какой-нибудь там метки какие-нибудь там можешь поставить? Метки нет. Я сейчас сделаю... Сломанное говно какое-нибудь сделаю. Так соломенные стены друг на друга не ставят. Ну, они ставятся, но предел-то у них же есть, наверное, да? Ну, волокно, нет. Дерево, солома. Волокно, дерево, солома. Отлично, у меня есть все. Дерево, солома. А из этого дерева вообще можно что-нибудь добыть? Нет, вот, кстати, из этого говна ничего не добывается. Волокно, дерево, солома. Столько бомбить придется. Перелетел не туда. Так, теперь кирочкой поработаем. Ой, фу, блин, кирочкой этой. Серпом. А что означает сердечки надо? Какие? Головами этих. Розовые? Да. Одно? Одно розовое? Да. Привязанность, по-моему. Ну, по полу вроде как-то так. Что-то такое, не помню. Солома. Стена. Попробуем сделать. Еще фундамент, что ли, для этой сраной стены надо? Да. Чего ты? Нет! Господи, каким говном я занимаюсь? Он пока и летал здесь, заспаунился обсидиан. В смысле, я этим... Ты хочешь сказать, что это говно? Нет, именно то, что я делаю. Я тебе башню сделал, помнишь? Ну, красивую. Башня — это башня, а то, что я сейчас какое-то говно делаю, это говно. Понимаешь разницы? Нет. Ты делаешь инженерное решение для достижения своей цели. Или ты хочешь красоту? Сделай башню, как нет. Я. С винтовой лестницей. Все по классике, чё? Огонь же получится. Хочешь, я туда прилечу, сделаю нет, тебе? Нет, не хочу, я сейчас сама все сделаю. Пожалуйста, не надо, не прилетай. Ну, я в плане тебе с лестницы там. Нет, не надо, не нужно. Понимаешь? Я не хочу, чтобы в тебе умер эстет. Только из-за того, что ты делаешь вот так. Я что-то выбросила.
Стоп. Стоп. Забавно, я, значит, это запрыгнул на одного своего, на своего клювокрыла, но он там загружен был. Я из него выпрыгнул, и прям под меня подлетает другой аргентавис, и я прям в него, ну, в стиле этих, знаешь, видосики с этим, из батлы-то есть, когда там из самолета выпрыгивают, и в другой самолет запрыгивают. А, да-да-да. Вот то же самое сейчас получилось. Нормально. Можно сделать. Ну ладно, хотя бы так. Давай. Оп. Теперь мне надо как-то слезть с этого сраного аркента. Ладно, сейчас я тут платформу понаделаю. Сделай лестницу. Она недорого стоит. В ресурсах. Зачем? Если у меня есть аргентавис. Я просто себе тут платформу сделала. Так, теперь надо как-то... Тяжело то, что он так сваливается. Отлично, сейчас еще побольше здесь понатыкаю. Вот так, и еще один. Блин, не хватает. Ладно, рискну. И чё, блядь? Нужно ждать, наверное, пока появится. Напугал. Да ладно. Солома. Солома 15. Ой. Ладно, окей, пока ждем. Короче, солома, дерево и волокно. Ой, хм. Кава получила по лбу.
я расстарился. Да блин, ну ты сядешь, тварь. Этот металлолом от этих, а хотя это мой, наверное, металлолом. Ты же металлолом в это скидываешь, в печку? Да, нет, не знаю, не помню. Именно вот эти. От да. Тех динозавров остаются, которые... Да. Угу. А сколько лестниц, ты говорил, ну... Лестница еще делается. Стоит. Там что-то два дерева или четыре дерева. Деревянная лестница, 4, да. Волокно, 4. Дерево, слово. А, она вообще дешмонская. Вот, тебе говорю. Так, в принципе, я могу уже делать этот стол. Соломы нет. Стол? Сделай, сейчас я прилечу. Ну, прилетишь, я сделаю. Дерево за два удара упало.